Я рад приветствовать всех наших дорогих друзей, которые смотрят, которые читают наш веб-сайт. Хотел бы сразу сказать, наши дорогие, что цель наша не что-то показать такое супер для вас. Цель наша, я говорю это от имени нашей церкви, как пастор, донести Слово Божье до вас, те, которые любите работать, работаете с интернетом. Ваше драгоценное время, которое вы уделяете здесь, мы хотим, чтобы оно было использовано на славу Бога, который создал вас. Поэтому приветствуем вас на нашем веб-сайте. Мы такие, как многие тысячи церквей во всем мире. Мы просто преследуем единственную цель и хотим, чтобы она исполнилась в жизни каждого человека. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царства». На момент, когда проповедь Евангелия достигнет всех уголков земли, мы знаем, Он придет, наш Господь Иисус. Поэтому, может, что-то вам и будет не нравиться, вы вправе выключить, вы вправе перейти, но мы будем счастливы, если что-то при просмотре или же через чтение коснется вашего сердца, мы будем счастливы и благодарны нашему Господу. И постоянно в нашей церкви мы будем молиться за вас. Мы вас не знаем. Знаем эту чудесную Бог возможность дал для церкви Божьей выходить именно так же через такой вид евангелизации, как интернет. Поэтому именем Иисуса Христа и от всей нашей Slavic Full Gospel Church в Америке мы благословляем всех наших дорогих друзей, которые посещают и будут посещать наш веб-сайт. Еще раз, огромное вам спасибо. Оставайтесь с нами. И до встречи там, у вечности, когда Он придет, когда закончится евангелизация всего мира. Мы хотим встретиться с вами вместе с Его драгоценной церковью на облаках и вечно прославлять Его святое имя. Хорошего вам просмотра!